19 брещанок накануне государственного праздника, может быть, пока и не в полной мере успели ощутить радость материнства, однако уже с искрящимися от счастья глазами и волнением в голосе делятся с гостями появлением на свет своего малыша. В Брестском областном родильном доме за последние сутки на свет появилось 10 мальчиков и столько же девочек. Поздравить женщин с самым главным событием в их жизни приехали члены БРСМ вместе с представителями территориального центра Московского района города Бреста, поддержавшими республиканскую акцию «Подары новорожденному вышиванку». Сегодня мы подарили 20 вышиванок новорожденным. 10 мам нас ждали в фойе, остальным 10 вот сейчас пойдем раздавать в палаты. И хочется сказать, что такая акция, она приурочена ко дню независимости нашей страны. Вышиванка как символ, как по своей сути, это связь, связующая нить поколений. Поколений прошлого и поколений сегодняшнего дня. Каждый символ вышиванки имеет свое значение, имеет богатую традицию. Поэтому дети, можно сказать, с молоком матери уже впитывают определенную культуру белорусского народа. И действительно, вышиванка – ценный подарок для малыша. Национальный орнамент – не просто украшение. Это своеобразный шифр, который через столетия передан нам предками. Издавна орнаменты считались оберегами, а значит, новорожденный, получивший такой сувенир, будет под надежной защитой. Это национальный узор, национальный орнамент. Пускай новый гражданин носит наш узор, нашу нацию, наши символы на ней есть, что мы гражданин одной республики, одной страны. Последние годы Брещина уверенно держит лидирующее место по количеству рождаемости. В Брестском областном родильном доме за сутки в среднем появляется на свет 30 детей. Акция БРСМ пройдет до 4 июля. За это время каждый появившийся на свет ребенок получит в подарок вышиванку. Если сравнивать, за прошлый год у нас было 6321 роды. А на сегодняшний день, по 1 июля, у нас 3214 родов. Фактически получается, мы к декабрю мы выйдем на то же самое количество. Рождаемость в городе Бресте, Брестской области на высоте. Очень много повторных родов, то есть второй, третий, четвертый ребенок. Вот. Ну и, конечно же, первый, самый долгожданный, самый необходимые, наверное, чтобы каждая семья себя чувствовала полной. София Бережная, Эдуард Букунович, Антон Луговкин, телекомпания БукТВ.